Всех приветствую! Дмитрий Нагиев не только снимается в кино, но и ведет популярный проект «Голос» на Первом канале. По словам шоумена, в креслах наставников должны сидеть только признанные профессионалы своего дела, а не абы кто. Нагиев негативно и раздражительно прокомментировал появление в жюри нового сезона шоу «Голос» дети Егора Крида. Как у работника телевизионной системы, у меня одно мнение, как здорово, что там появился Егор Крид. А как у человека совсем другое, какой из него наставник. Не дорос еще. Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы называться наставником. В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово «наставник» для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу ребенка. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью и творчеством, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться, отметил Дмитрий. Нагиев по-прежнему переживает за всех участников проекта и их дальнейшую судьбу, хотя уже не первый сезон ведет проект. Дети, которые выступают в телешоу, порой сильно впечатляют Дмитрия, в хорошем смысле. Это совершенно другое поколение, даже не индиго. Они должны смести нас, людей, построивших такую гадость вокруг, и создать что-то новое, свое красивое. А поскольку на «Голосе» лучшие представители детства, я говорю не о материальных вложениях, а о душевных качествах, то у меня нет-нет, но зарождается надежда, что не все потеряно, рассказал Нагиев в интервью антенне Теле7. К слову, о своих детях актер рассказывает редко, не любит распространяться о личной жизни. Известно, что у 53-летнего Нагиева есть взрослый сын Кирилл, который также снимается в кино, а еще СМИ писали про внебрачную дочь шоумена, но это не доказано. В плане работы в кино Нагиев уже не дает советов сыну. Вырос. В некоторых проектах они с наследником даже снимались вместе. Я Кириллу могу подсказать, помочь. С чем-то он, естественно, не соглашается, мне тоже может намекнуть на изъяны, мол, в этом не надо было сниматься, та программа тебе нафиг не нужна. Но ударившая пандемия многое расставила по своим местам. И тут выяснилось, что денежки, заработанные на этом ненужном или неинтересном мне проекте, очень даже хорошо проедаются каждый день. У нас с Кириллом разные подходы к жизни и творчеству. Ему нравится работать за 20 тысяч в театре и играть там 7 главных ролей. Я в его возрасте не мог себе этого позволить, а сейчас уже и не хочу, отметил с иронией Дмитрий. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!